Всем привет, с вами Катя, это значит видеообзор от компании «Алло» неизбежен. Сегодняшний ролик будет посвящен еще одному творению инженеров из Китая, а именно смартфону Xiaomi Mi 3. Чем перейти к обзору самого девайса, хочу уточнить одну небольшую деталь. Произнося название производителя Xiaomi, мы опирались на пинъин. Это система романизации китайского языка согласно нормативной транскрипции Палладия. Ребят, если я вдруг сделала фонетическую ошибку в названии этого девайса, то не судите строго, а лучше просто поправьте меня в комментариях к этому видео. Если еще название вызывает какие-то вопросы, то вот что касается внешнего вида, экрана, технических характеристик, то тут просто бешеный восторг. Xiaomi Mi 3 может похвастаться индивидуальным самодостаточным дизайном. Он одновременно прост и в то же время весьма элегантен. Верхние и нижние торцы его прямые, в то время как боковые грани имеют приятное закругление. Также радуют и узкие рамки вокруг экрана, которые явно намекают, что мы имеем дело с топовым устройством. Сам корпус выполнен из качественного поликарбоната и окрашен матовой окраской. Несмотря на свои довольно внушительные размеры 144 на 73,6 мм, Xiaomi Mi 3 обладает восхитительной эргономикой, благодаря форме корпуса и малой толщине, которая тут составляет всего 8,1 мм. При этом масса девайса 145 грамм. Где производитель по-настоящему развернулся, так это в аппаратной платформе. Внутри у смартфона расположились 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 MSM8274AB с тактовой частотой в 2,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и видеоускоритель Adreno 330. С такими техническими характеристиками Xiaomi Mi 3 не составило никакого труда набрать OneToTo Benchmark флагманский результат в более чем 44 тысячи баллов. С такой производительностью смартфон легко справится с абсолютно любыми приложениями, которые только есть в Google Play. Захотите ли вы устроить танковые баталии в Iron Force или же стать легендой в Heroes of Dragon Age, у Xiaomi Mi 3 с этим проблем не возникнет. Но как показывает опыт, даже в самом навороченном и расфуфыренном смартфоне всегда найдется место для легкой оказии. И в данном случае это отсутствие слота для карты памяти. Поэтому, приобретая смартфон, сразу стоит задуматься над этим вопросом, какая из моделей вам больше подойдет – на 16 или 64 гигабайта. Прежде чем вы начнете отпускать ментальные пинки по этому поводу, вспомните, что все девайсы культовой корпорации Apple лишены этой опции. И ничего, люди пользуются. В остальном же придраться у Xiaomi Mi 3 просто не к чему. Смартфон оснащен мощной основной камерой с CMOS-матрицей на 13 мегапикселей, диафрагмой f2.2. Также в наличии присутствует сдвоенная светодиодная вспышка. При естественном освещении качество фотографий изумительное. С ее помощью можно получить снимки с максимальным разрешением 4128 на 3096. Или же записать видео в формате Full HD 1920 на 1080. Также весьма интересно поиграться с режимом замедленной съемки. Причем это замедление варьирует от 2 до 1800 раз. С помощью фронтальной камеры можно делать простейшие автопортреты и комфортно общаться при видеовызовах. Для этого ее 2 мегапикселей более чем достаточно. Все это работает под управлением операционной системы Android 4.3 Jelly Bean. Но поверх нее установлена фирменная оболочка MIUI, которая демонстрирует плавную работу, а также широкие возможности по персонализации. Отдельного внимания заслуживает громадный 5-дюймовый IPS дисплей. Благодаря очень высокой плотности пикселей 442 ppi, Full HD разрешению 1920 на 1080, отсутствию воздушной прослойки и тонкому стеклу, при первом знакомстве с ним создается впечатление, что перед вами распечатанная типографским способом картинка. И даже если смотреть на экран под большим углом, все выглядит весьма и весьма достойно. Вдобавок, сенсор экрана может похвастаться наличием 2 режимов – обыкновенный под пальцы и зимний вариант, когда сенсорная панель откликается на прикосновения, когда руки в перчатках, что в условиях нашей зимы просто незаменимо. А еще Xiaomi Mi 3 может похвастаться солидным временем автономной работы, благодаря наличию в нем мощного аккумулятора на 3050 мАч. Полного заряда хватит на целый день, ну очень интенсивной работы, а учитывая размер его экрана и мощность процессора, это просто великолепный показатель. В заключение можно сказать одно, смартфон просто суперский. Обладая всеми флагманскими характеристиками, он может похвастаться также очень невероятно интересной ценой, причем настолько интересной, что всем его конкурентам впору заливаться слезами.
С вами была Катя с обзором от компании Allo мощнейшего по характеристикам смартфона Xiaomi Mi 3. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забудьте меня исправить, если вдруг я ошиблась в произношении названия производителя Xiaomi. Смотрите другие видео.